Время без 8:12. А добрый день. Макне, сорян, но я буду снимать тебя, потому что я не в адеквате. В плане, что я сейчас, ну, не особо выгляжу, короче, я только проснулся. В общем, что по расписанию? Мы, ну, я сейчас только что проснулась. Ну, когда только что? Может, часа пол назад, нет? Нет, не полчаса назад. Час назад. Вот. Вещи тут разбираю, все-таки решила пойти в прачку. Ну, я же говорила, что я пойду в прачку. Вот я иду в прачку, собственно говоря. Расписание вот. Какое было, а какое сейчас у меня будет. Сегодня 13-й день был, как я ходила на работу, и сегодня у меня выходной. Делаем из этого смайлик, потому что мы сегодня никуда не идем. Завтра оптика, 8-го оптика у меня. Воскресенье у меня, по-моему, тоже будет. О, нет. Очечки. Вот. Вот так будет. Да ведь? Сейчас проверим. Макне, повещай, что ты делаешь. Ну, я в ноутбуке сидела, там видос смотрела, а сейчас друзей открыла. Какой ты тест проходила, скажи? А, там типа тест на уровень вашего знания. Там просто девчонка, она... Не суть, короче, сказала, тест пройти можно. Вот, в видосе, и я такая прошла, там я там типа B1, B2, типа там, и там просто есть какие-то тесты, ну как, которые проходят на знания, не знаю, там ATTT, я там типа у вас там примерно столько-то, я такая, половина наугад. Так я половину еще не знаю. А, да? Ну да. Ну да. Возвращаемся к календарю. Так, наверное, я что-то намудрила. Потому что вот у меня на следующее есть расписание. Так, здесь у нас... В общем, я на чуть-чуть вернусь. Все. Вот так вот. Я так помазюкала, кошмар. Вот у меня сегодня смайлик, завтра оптика, потом мак-мак-мак, оптика, мак, оптика-оптика, отдых, мак-мак, оптика. Вот. Я дико пардоню, но шо-то таке було. Я всегда не вовремя что-то начинаю делать. Я хотела налить воды в чайник. Воды в чайник. Ну, как всегда, я умею испортить звук на видео. О, это да. Русский, моя сама сказала, просто. Сама сказала. Никто за язык не тянул. Все. Я буду дальше разбирать вещи, и потом буду смонтирую вчерашний день, потому что мне вчера было лень. Да. Сколько? В 3. Да, потому что мы сидели в телефонах еще. Все, погнали. Я решил. Именно в этот момент ты открыла чайник, чтобы что сделать? Он открытый был. Я подошла и а можно, пожалуйста, фотик? Я приготовила стирку такой гор, там просто до 5 килограмм надо, я докинула, что могла. Все-таки решила пола постирать отдельно, как я стирала обычно. И сейчас замочу свой халат рабочий. Халат рабочий. Потому что мне Макне уже сколько дней стоит. Я не могу... Это отбеливатель. Опять нововодитель. Не могу никак... Руки не доходят, в общем. Лень мне. И здесь ремень, вот он, маковский. Со штанов. Вот, я раскрыла вот эту штуку, потому что она у меня была наполовину вот так вот висела. Но я на память свои очумелые ручки записываю. Мне Макне дала открывашку. Я вот так отринь, это открыла. Сейчас я хочу это обрезать, подпалить спичками. Ни в коем случае так делать нельзя, конечно же. Это мне просто... Я конь 20-летний, поэтому... Кобылка 20-летняя, поэтому я могу так делать. В общем, что из этого получится, не знаю. Давайте посмотрим. Та-дам! Вот так. Но немного в точечку, потому что я зубами это все сцепляла. Вот. Теперь красивый, аккуратный. И хочу еще вот здесь вот. Вот это вот отрезать и запаять. Сейчас покажу. Вот, что получилось. Но тот у меня был красивый, ровненький. А тут просто у меня огонь перешел на сам ремень, и он так, пух. Но все равно не видно, но зато не будет теперь этот... Как это? Ворсинок вот этих кусочков не будет. Все, мы сейчас будем кушать. Кстати, планы меняются. Так,
Это надо поставить в стирку, это в прачку. День я еще не склеила, ничего не смонтировала. Сижу тут вон с портфелем. Тут что у меня еще? Все, тетрадка по корейскому. Больше ничего нет. Спички надо убрать, ремень обратно поставить с бляшкой. Кстати, бляшка есть еще с буковкой М. Типа маковская. Но у меня вот такая. Может попросить поменять, но навряд ли. Не думаю, что их поменяют. О, голубь стучится. Братка, подожди, сейчас открою. Все, сейчас будем кушать. Но сначала я замочу одежду. Так, мы сейчас... Я извиняюсь за свои волосы неухоженные. 13:22. Мы решили сходить сейчас в прачку. Вот я приготовила гору вот эту. Портфель сейчас достану. У Макнехи еще портфель. И мы тут, короче, одеваемся. И я спрашиваю Макнехи. Давно ли она ходит в качалку? Посмотри, как это в камере смотрится. Кошмар! Ой, ой, ой. Ой, так еще лучше. Ой. Ты видел? Что это таки было сейчас? Что за движение в окне? Я управляю это. Чик-чик. Стирка стоит, а мы уходим. Смотрите, сколько щебня. О, тачка. Привет. Я босоел. Ты на гиену похож. Ну, едать нечего, бедолашка. Это наша прачка. Вот она. Давай, Макни, на. Сейчас будем закидывать. 280 рублей вышло. Я надеюсь, что мне одной стирки хватит. Потому что я говорила, что будет 700. Но я надеюсь, что нам достаточно. Мастер размером с меня. Это чтобы вы знали, с какого я роста. Да ладно, что я длила. Давай. Штаны маковские я все-таки взяла в стирку, а вот поло ручками. Все, сейчас это выставим. 280. Не опаздывай. Набили битком, там еще мои две руки, наверное, влезет. Жалко, что еще больше не взяли. Можно было бы больше взять. Да, Мак? Будем знать теперь. А, пойдем. В общем, вот наша стиральня. Есть? Да. О, ты нас ждешь. Смотри, хвостиком завилял. Утю, Вази, утю. Может, пошли в Дикси, возьмем что-нибудь ему? Утю. Ну, да что ты? Зашли мы такие в Диксон, а тут ежик на ракете. Я не удивлюсь, если у меня родители это сделают. Тем более ежика. Ой-ой. Кассира сюда, еще одного. Согласна. Смотрите, мы взяли с говядиной и ягненком, и просто с говядиной. Может, будет кушать, не знаю. Конечно, будет кушать. Да? Да. Никогда бы не подумал, что я буду брать еду для собак. Ну, может, когда-нибудь у меня все-таки появится собачка и будет. Вот. Но он будет домашнее кушать. Просто мы что сейчас ему купим? Это индийское нормальное, что нашли. Да, то, что он будет есть. Все, ждем, пока там вторую кассу откроют. Хотя навряд ли. Ой! Ну, не ставим, будешь ты кушать это мне. Да не бойся, я тебя тут это гнезд, это приходилось, да, или прямо? Ой, что ты так отошел? Будешь такое кушать? Не будешь? А я тебе один пока открою. Первый раз кормлю собаку. Чтоб на улице прям. Иди подойди попробуй. Иди попробуй. Иди попробуй. Иди попробуй. Иди сюда, иди. Иди сюда.
Иди попробуй. Иди сюда. О. Так, чокнуть зубами. Может, надо отойти надо? Давай отойдем. Вот. Ну, чего, Айзя? Голодный совсем. Он хотел, чтобы мы отошли. Ну да, мало ли какие, да, люди бывают. А, то что, типа, может, боится, что ударят? Ну, хотя бы что-то поест за сегодня. Не просто с говядиной. Держишь? Не, все равно, но он шагает, все равно. Много тоже не надо покупать, когда он видит такую собачку, потому что он может поесть, будет хотеть так каждый день, потом она может, ну, от голода просто погибнет. Смотри, улетела. Не знаю, мне гиена напоминает. Да не меня ее снимали, или его. Парень это, наверное, не знаю. Не хочу заглядывать. Мы сдали в прачку в 2, и получается, нам надо в 4 забрать. 2 часа. Еще женщина хорошая попалась, которая дает понюхать Ленор. Запах этот. Кондиционер. Все, покушал. Смотри, вообще худющий. Просто впавший живот. Потому что если он переест, это будет еще хуже. Потому что его не каждый день, я думаю, так, ну, дают что-то. Он облизывает так. Все, пойдем. Накушался. Ну, тихорёсий такой. Телятка. Все, мы пошли. Пойдешь с нами? Все, мы пойдем домой. Пока. Только придя домой, мы... Точнее, я, когда взяла шампунь, мы сейчас пойдем к Челюшку мыть. Мы что, пошли в прачку сначала, что я не начала монтировать вчерашний день? Потому что, смотрите, мы сейчас экономим время. Мы пошли в прачку, время уже пошло. Логично? Да. Логично. 2 часа оно стирается и будет сушиться. В это время мы сейчас помоем кочерышку. Я подстригу Макнеху. Да? Мы же сегодня... Да. Вот когда помоем сразу, да. Вот пока волосы сырые, мы тоже это снимем процесс, ну чуть-чуть. И вот я как раз смонтирую, давай так я смонтирую, они чуть-чуть у тебя подсохнут, да, как раз, да, вот. Да. И все, идеально, и мы время не потеряем, и все хорошо. Так что мы пошли мыть кочерынду. Да, Макне? Да. Все, мы погнали. Мы вернулись с помывшей кочерышкой, и нам повезло, потому что на обратном пути Макне получила извещение, вот, Почта России. Вот, извещение, ты. Как сегодня какие-то... Потому что, ну, не буду полностью показывать там адреса и все такое. Вот, так что мы сейчас, когда пойдем в прачку через 2 часа, мы пойдем еще на почту забирать конфеты и колбасу. Да? Все, сейчас будем стричься, так что сейчас вернемся. Она же сделала мими-ми. В общем, смотрите, что я тут сделала. Вообще, я на Макне очень много раз экспериментирую. В том году я те кончики красила. Омбре. А, омбре, да. Но я осветлял. И не только омбре. Сейчас. А что эти? Все? Цветное, два раза. Ой, это то же самое. Короче, смотрите, запомните вот такую длину. Сейчас мы, я включу, когда я уже сделаю. Буду вот такими стричь, потому что на других нету. Вот. Вот что мы получили на результате. А спереди вообще таз. Медуза! Фараон! Ты лето. Ну да. Могу двигаться? Да, я думаю, да. Давай, иди, смотри. Оу! Воу! Воу! Можно я сначала сделаю вот так? Сюда? Куда мне это? Ну да, да, потом подметем. Ужас какой. Вот так мелкий. Прекрасно, просто спасибо. Нравится? Да. Ну-ка, это покажись красиво. На свет. Точно? Да. Прикольно? Да, у меня изначально еще короче были. А, когда да? Мне, когда меня постригли, у меня были еще короче. Точно нравится? Да. Все, довольный ребенок.
Прям по звуку. Не, мне он нравится больше, чем короткие, чем длинные. Просто у Макнехи в том году были вот прям... Не-не. Ой, ну где-то вот. Ну так, да. Ну, ой, ну извиняюсь. Показала, как я думала, жизни таких не было. Не-не-не, ну в смысле длиннее намного. Ну да. А я до сих пор в кочерышке стою, вот так, красотка. Точно довольна? Да. Ну теперь подметай. Да. Я пошла монтировать. Вон, я как мог, собрал. Слышишь, Макне? А, да, господи, кидай на пол все. Нет, на столе заберешь. А, нет. Во. Диана, ну что по звезде? Как мог, тебе излегчил судьбинушку. Прикинь. Все. Идем за одежкой. Что такое? Я делаю более естественно. Времечко. 16:41. Вот прям только-только нажала опубликовать. Мы уже просто были в куртках. Когда это делали? Идем за одеждой, потом идем в Дикси за батоном, потом на почту. Да, Макни? Да. Все. Тёп-тёп-тёп-тёп. Мы уже подходим к прачке. Тут я понимаю, что уже повечерело и стало холодно. А у меня там есть толстовка. И Макна так и говорит, у тебя есть шанс сейчас одеться. В натуре. Я сейчас возьму и кофту одену, да и все. И пойдем дальше, да, Макни? Да. Входим. Давай я за тобой пойду. Когда я смотрю на тебя, когда я смотрю на тебя, руки уходят куда-то не туда. Но я смотрю на тебя, и руки непроизвольно поднимаются, к примеру. Так это держи нормально еще. Ой, палец, зашибись. До свидания. Ой, что-то потемнело, не? Все, теперь идем в Диксон за батоном. А потом уже на почту. Сейчас так хоп, и в руках батон будет. А теперь на почту. Зашли в хост-товар. Макне будет покупать щеточку. О, вот чехол у щеточки. Да? Нам нужно мусорное ведро, но тут его нет. К сожалению. Потом пойдем уже точно на почту. Время 17:17. Вопрос. Когда мы получим посылку? Остается открытым. Очень долго ждать. Вы грязненькие. Вот. Получше стало. Жуть какая. Я думала, тебя еще долго будет нести. Все, иди сюда. Все. Пришло. Не. Довольны? Да.
Колбаса пришла. Сейчас мы такой угар расскажем, который здесь творится, это просто жесть. Иди сюда. Давай. Что тут было? Короче, одна женщина устроилась, я так поняла, недавно на работу, а вторая, которая очень плохая, которая мне один раз посылку вообще кинула, она такая говорит, типа, набирает по объявлению. А та ей говорит, вообще-то я добровольно сюда пришла. Вот тут все там угорали работники. Довольный человек с колбасой. Все, идем домой. А время-то сколько? Сколько мы ждали? Сейчас, секунду. Офигеть, 40 минут уже. Все, идем домой. Выходим из этого одища. Где у меня огроменная посылка? А? У меня есть фотографии здесь, с того года, где у меня огроменная. Там, где я нес ее? Да. С той посылкой? Да. Когда куртку. А, все, да, поняла. Все, уходим. Почта России, вообще жесть. Одному мужчину с женщиной вообще посылку не выдали. Типа, нефиг с китайцами связываться было, сказали. Это вообще даже некрасиво. Это даже некрасиво говорить о таком. А, да-да-да, они еще сказали, пока ваша посылка все фонтаны не посмотрят в Питере, вы ее не получите. Типа, ждите. Все, идем домой? Да. Все. Мы решили зайти в Фикспрайс. Ой, сколько всего. Если бы кто не сказала, я бы не заметила, что тут новогоднее. А, вообще бы в голову даже не пришло. Чего? Не так. А как это делается? А, я просто всегда в фильмах вижу, в мультиках. Красиво. Держи. Все, мы будем что-то тут бродить, смотреть, что-то хотим купить. О, свинка. Ха. Хом. Или прикольно, типа там... Мы тут уже кое-что взяли. У нас дилемма. Брать вот эти шарики или нет? Потому что они стоят сотку. Ну так хочется. Но куда их потом, без понятия. Тут есть такая еще фигня. Смотрите. Так хочется взять, но зачем оно? Да? На. Тут такие есть, но там просто шарики, типа. Вау. Ну, они, качество не очень. Ну да, такие, так себе. То, что мы купили, мы вам дома уже покажем, потому что на улице темно, и нет смысла что-то показывать. Вообще ничего не видно будет. Все, будем ходить дальше. О, тут еще есть. Вау. Жесть какая. 100 рублей это стоит. О, кот крем ойл. Крем, масло. В принципе, так и написано. Крем, масло. Чисто на секунду узнать ваш комментарий. Я тут подумала взять ремень. Чисто брать или не брать. Подумала. Давай, чтобы не было видно. Сейчас. Как думаете, брать? Ну, я думаю, он тебя стройнит немного. Стройнит? Да. У меня тоже так талия появляется. Да-да-да. Берем. Да-да. И в дополнение тебе нужно еще вот это. А это как шарфик? Это шарфик. Скажи изи. Да. Лучшая, красивая самая. Ты целый набор собрала. Ничего не говори. Я знаю, что я фэшн. Ну теперь повтори. Нам нельзя ходить вместе в магазин. Никогда. Давай. Мы зашли за коктейлем. В итоге. Жесть. Домой придем, покажем. Сейчас мы пьем. По такому коктейльчику, и у нас еще мороженка есть, Макне. Поставь свой коктейль на коробку. Покажи мороженку. А. Не урони. Вот. Со вкусом баблгам. Да, попробуй, посмотрим, что там будет. Все. Подожди. Сейчас будет очень странно, потому что там люди идут.
И машина едет. Очень сильно едет. Ой. Давай. Подожди, давай сюда поближе к порогу, чтобы... Порогу. Давай. Это туда. Все, мы пошли домой. Приятненького, если вы кушаете. Ну или... Мы прошли два шага, установились о помойке. У помойки. Моя знать русский хорошо. Давай пробуем. Урил как жвачка. Оно синего цвета. Да, вкус голубого. Вкусненько. Мы сегодня тронемся с места? Да. Все, пошли. Пойдем. Тебе с нами. Да, Макне, спасибо, что ты пошла с нужной стороны. Тебя же не видно, я не могу руку, и так выкрутил руку на всю сторону. Все, еще раз приятного аппетита, мы пошли домой. Эй, мы уже дома, я позвонила папе, сейчас он выйдет на скайп. А пакетик показываем чуть позже, что мы взяли. Вот даже шматье ничего не разобрано, только-только зашли. Просто Макне надо позвонить, ну, посмотреть, все ли нормально с колбасой, чтобы маме от этого... Ну, что нормально, давай, открывай. Спички просила, мама, спасибо за столько спичек. Жесть. А что, тебе мои не устраивали уже? Нет, нравится. Ну, твои закончатся. Мне еще домашние нравятся, прикольные просто. А, ладно. Просто я дала домой. Давай показывай. А, это опять наборчики такие. Да. Спички. Да. Нормально. Потом балабановские. Нам хватит еще. Ну, да. Просила обратно, чтобы мама передала это, потому что тут стирается. Стирается, в смысле? Он, видишь, он должен быть... А, картинка. Да. А. Ну, на всякий случай. Чтобы... Ну, это ладно. Циркуль обратно. Так, колбасей. Да. Ох ты. Обалдеть. Запечённо. Жизнь общажная. Да, я живу в общежитии. Я забыла, как... Нет, с ней все хорошо. Протереть просто и все. Чоризо. Сырокопченая. Опять разрядился фотоаппарат. Сейчас, секунду. Сейчас покажу. Вот меня спросили буквально только что, где я живу. Сейчас, быстро. Искать. Тан. Вот. Ты живешь в общаге? Так, Катя. Да, я живу в общаге. Что там? Конфеты. А где слеза мужчины? Вот она. Смотрите. Там еще. Слеза? Ой, сейчас фокус, где ты? Фокус. Сейчас будет один прикол. Слеза который... мужчины. Мама спросила, типа, это надо? Я такая, ну давай, типа, для прикола на память. Ты тебе типа, потом на память, когда-нибудь там достанешь где-нибудь коробку. Магнитик. Серьезно? Типа, будет тебе на память. Ну, в смысле, прикольнуться так. Так давай повесим. Голочина? Нет, да. Это тебе. А, мне? Чтобы тебя был, да. О, это Макней там типа, живет. Типа знаешь, когда там через какой-то такой откроешь, о, Голочина. О, так я хочу там побывать. Может, если повезет, я с Макнейхой как-нибудь съезжу на один денек. А давай магнитик, мама уже сама по приколу положила. Я только сейчас их увидела. А, Катя, что ли? Нет, на. Ну, типа... Катюхи, кстати, нету. На работе. Работяга. Помни, пустой холодильник – источник стресса. Здесь все съедено до вас. И вот это давай повесим. Давай. О, Головтина. Типа, знаешь, понадобится это... Какую-нибудь бумажку повесить, у нас будет еще повесить. Во, будет так висеть пока. Типа, знаешь, на память... Мы в этом фикс-прайсе оставили 700 рублей. Да? Да. Это жесть. Все, я ставлю на зарядку, иду разговаривать с родителями. Просто no comment. Смотри, no сосатель. Comment. Сосательные вот эти. Жесть. Вот это вкусные, я знаю. И снова вот эти. Орех Сергей Грецкий. Да, фундук Петрович. Миндаль Иванович. Ну все, мы их уже кушали, все, мы побежали. Потом с вами встретимся, потому что мы сейчас суп будем делать и всякое такое. Все, погнали. Так. Я поговорила с родителями. Макнеха тут уже варит супец. Тут единственное, что Макнеха почистила картоху и добавила вот этот
Чим-чим ты выкинула уже, да? Нет, не чим-чим, харчо. А, харчо. Там, да. А ты выкинула его? Ну, там у нас... Зацените. Правда, разненькие стороны пока, ну... В смысле? Ну, типа, это вот так у тебя, а это вовнутрь. И вот мы открыли тот, который ашановский, я брала суп с грибной. Вот мы его сейчас туда добавлять? Да, давай. Можно? Я кладу свою лепту в изготовление супа. Хотя бы чуть-чуть. Быстренько становится. Пусть она сейчас разбухнет. Это будет солено. Да, хотя вот только что я хорошо пробовала, оно было не такое соленое. Сейчас я пробую. Просто и там соль есть. Сейчас мы приготовим, когда будем уже кушать вместе за столом. Тогда к вам вернемся и еще пакет с фикс-прайса покажем. А пошли сейчас покажем, что у нас в пакете, пока бурлит. Пойдемте покажем. Пойдем? Пойдем. Солено? Не соленовать. Ну, привкус уже грибов чисто так. Серьезно, вкусненько? Да. Пойдем. Не хочешь? Я хочу уже готовое попробовать. Ладно, все, 10 минут надо. Все, идем. Идем посмотреть пакет наш. Фикс-прайсовский. Быстро. А мне иногда нравится, когда вот так, без клеек все. Как-то по-домашнему. Давай покажем пакетик этот чим-чим. Ой. Харчо. Говорю, не выкинула. Во, вот так это. Так я далеко его не выбросила. Вот он пакет. Это у тебя тут есть такие? Не знаю, не видела. Разумно. Ладно. Может, у вас такие продаются? Но это не с Питера, это там, где Макнешка живет. В общем, смотрите, наш пакет. Держи. Давайте на пол. Люблю на полу. Давайте на пол. Ну, тут просто нет продуктов. Два батона, вот, пожалуйста, мы уже вам показывали. И сейчас будем чек. Макнеха потом меня посчитает. Так, мы взяли. Я близко? Ищи да поближе. Тебе прям близко-близко, да? Ну, не прям так, но... Вот, мы взяли для своих кошаков на Новый год подарить. У Макнехи есть девочка, зовут Дина, а у меня Сёмка, ну, Сёмку вы видели уже. Вот, мы взяли вот такие когтеточки. Там еще был какой-то спрей за 100 рублей, который, типа, чтобы привыкал кот именно царапать там, где ему попрыскали. Но мы решили не брать, потому что нам жалко, вдруг они будут лизать и еще отравиться, или что-то такое с животом будет. Вот взяли вот такие штучки, две когтеточки, Макнехи и мне. Коробочки вот, обычные. Потом взяли, вот Макнех по моему совету взяла вот такую штуку. Если у вас есть кошак, вот с этим он реально будет бегать. Вот если молодой, так это 100%. И еще я посоветовала Макнешке взять вот этот лазер, потому что мой уже не бегает, мой уже как бы лазеров 5, наверное, перебегал. Уже, и, кстати, когда мы его светили лазером на шкаф, он прям на шкаф по лазеру. Я 100% уверена, что будет бегать. Прям будет 100%. Будем ждать отзыва от Макне. Зимой, что, да. Я сказала, чтобы она мне обязательно записала это на видос. Своему я взяла вот такой, синий. Они все в одну цену, да, были? 55? А там, а вон цена на каждом есть. А, вот, 55? Ну, в общем, все в 55 рублей, по-моему. Кроме как деточка была 99. Да. Вот, взяла такой, потому что вот таких у Сёмы два. Один он сгрыз, потом я еще повторю. А, я как-то покупала в Бетховене. Знаете такой магазин? Знаешь такой магазин? Ты говорила, да. Бетховен, да, у меня даже карточка есть. Я там купила игрушки, вот такая вот фигня с шарами. Стоило рублей 370 или как-то так. Он вообще с ней не играется, ему вообще не нравится. Вот с этими он носится, как угорелый, даже сейчас он играется вот с этими. А лазер ему надоел, потому что я говорю, ну штук 5 точно, даже больше. У меня-то где-то лежат, просто мы меняли, потому что цвет, ну всякое такое. Я покупала, в общем, у меня мозгов нет, потому что поэтому я покупаю. Зачем батарейки менять? Можно купить новый. Вот. И сейчас я купила вот такой с колокольчиком, не знаю, понравится ему или нет. В общем, мы купили подарки своим котам. Да, мне 20 лет, здравствуйте. Так, взяли еще суп с грибами. Я забыла про них. Чипсы с грибами. Они, по-моему, по 16 рублей стоили. Да. Так погрызть. Да, сейчас. Чисто так погрызть, что-то будем смотреть. Вот. Московский картофель... И лисички в сливочном соусе. Я такие не видела и не ела, собственно говоря, такие. Потом Макнехи рука обтянулась.
Новинка. Они напомнят... Сказать, что да, раньше были такие... крокодил. Назывались крокодил, и там нарисован крокодил. У меня была целая, не знаю, коллекция. Я даже найду потом фотографию, чтобы тебе показать, что он... они реально не тоненькие, вкусненькие. Такой... Ой, боже, это вот школа прям вообще не могу. Фига, я ровно подстригла. Прям вообще как будто под это, под линейку. Офигеть. Вот. А это просто очень похоже, и я такая, ну, вау. Да, так что тоже их погрызем, опробуем. Ну, это вместе с нами будете грызть. Потом взяли вот такие салфетки за 180, Макнеху увидела, я вообще... 180 салфеток? 180 салфеток за, да, 55 рублей. Да. Потому что те первым делом, которые я брала в Ашане, они, по-моему, 20 с чем-то были, или 23, или, ну, как-то 100, так. Там 100, да. И там 100, а тут 180. Давай сразу поставлю. И упаковка красивая. Да, а те все уже, конец? Не, поставить, а тут те сверху просто, как предыдущие были. Давайте поставим и вместе. Открыть их, нет? Не-не-не, не открывай. Думаешь, влезет по размеру? Вот, вот эти вот. По толщине? Да. Идеально. У нас есть специальное место прям для, да, них. Вот. Все, уже стоит, как влетает. Да. Так, и последнее, что мы взяли. У нас еще идея такая есть. Нет, не последняя. Мы взяли пакет за 2 рубля. Фикс-прайс. А, еще вот это я вспомнила. Да. Еще мы взяли, ну, мы не знаю, что-то так захотелось. А мы не говорили, наверное. Мы решили своим родителям, ну, маме, на 25 ноября подарить, ну, как, не прямо руками подарить, а отослать посылку на праздник. На праздник, правильно? Да. Как праздник, правильно? День матери. Прямо это все? Да. Ну, в общем, на мамин день подарить мамам вышивку. У меня вышивка крестиком будет, а у Макнеха хочет себе бисером, правильно? И вот мы в Леонардо смотрели, и пока ничего, ну, наметили что-то, но надо посмотреть вживую, как оно будет. Вот, и надо успеть все сделать и отправить желательно. Мы взяли вот таких два блокнотика. Это, знаешь, как подрубки. Вообще подрубки такие жесткие. Но обычно вообще первый раз такое, наверное. Ну, никогда такое не брали. Одинаковые. Одинаковые. Только пенал, но они разные. Пеналы? Ну... Ну, а, карандаши, карандаши, да. Ну, у тебя они стоят, я там не пользуюсь. А, ну да, у меня ежик, а у Макнехи овечки. Ну, карандаши это, ну, да, они разные, все разные. А тут прям одинаково, как у подрубок. У подрубок. И мы, в общем, у меня идея такая есть, чтобы на память было в конце, ну, сфоткаться, и знаете, как есть будки фотографии, приклеить фотографию, как, например, я держу, ну, фотоаппарат, или я чуть ближе, чем Диана, и отдать это Диане. А у меня, например, было бы, что Диана чуть ближе к камере, чем я. Понимаешь, о чем я? Ну да, вроде. Ну, чтобы у тебя было я чуть ближе, а у меня ты чуть ближе. И, например, Диана что-то напишет у меня, а я напишу что-то у Дианы. И вот так у нас будут такие, ну, не знаю, типа года покажут. Ну да, на да, память так. Ну, мы надеемся, что мы не разосремся там, что нас не пообкидает по разным городам. Все-таки я хочу дождаться Макнеху в Корее, поэтому... А я надеюсь, она не ко мне прилетит и останется со мной, но не будем загадывать, потому что еще ни денег, ни шиша, ни гроша, ни кола, ни двора, так как говорится. Суп кипит, надо его запирать. Пойдемте. Да, просто помешать хотя бы. Пойдемте, помешаем. И все одним дублем. Обожаю. Я обожаю такое смотреть, обожаю такое снимать. А почему бы нет, собственно, да? Ну, да. Ой. А дверь кто будет закрывать? Все на полу оставила. Нормально, нормально. Колбасу сейчас нарежем с батоном. Будем кушать. Что, зря покупали? Еще варенье, масло. Что, прилипло чуть-чуть? Немного прилипло? Ну ладно. Это лайф, жизнь. Вот 10 минут, прям вот как прямая трансляция. Мы, кстати, как-то хотели выйти в прямую трансляцию. Ну как, мне просто в голову пришла мысль, типа, нажать на прямой эфир. Но потом мы как-то забыли об этом даже. Да. Типа, с кем мы там будем говорить? Сами с тобой, что ли? Что, я спробую? Где есть рис? Давайте мы вернемся, когда уже будем кушать за столиком, все нарежем, все вам покажем, потому что так, иначе у меня видосы будут по 40 минут и по 50, а потом это пересматривать нам будет в будущем, ого-го, сколько дней. Ты прикинь, потом где-то через года два пересмотреть это все.
Обожаю. Это как альбом, хом-видео, короче. Все. А это ж когда-то у меня муж будут, еще дети когда-нибудь будут. Прикинь, отмотать потом вот это все. Там день 3000 какой-то там. Да, сегодня класс. Было то-то-то. Ладно, все. Приятненького. Нет, пока не приятного, не ешьте пока. Девчонки, Катька приехала с работы. Мы начинаем кушать. Время. Время. Сейчас Даник подвинется. 20:02. Вот. Колбасня нарезана, бутерброды, по тарелочке супа. Супа больше нет. Тут у нас... А, мы уже говорили 100 раз, что у нас тут понамешано-перемешано. На фоне у нас будет играть Димка Масленников, все по маслу, с ребятами, с Даником и тому подобное. И, в общем, всем приятненького аппетита, мы еще к вам вернемся, когда доедим, будем пить чаек или там жевать снеки какие-то, все приятного. Приятного. Ням-ням-ням. Пу-пу-пу-пу. Мы покушали, и я не знаю, что я тут хочу. Глаз смотрю. Макне... Так, что за фигня? Макне, давай, что ты узнала только что? А, то, что мы взяли чипсы, а оказывается, они с моего дома, моей области. Вот. Это что я узнала за сегодня. Может, это и есть это крокодильчики? Нет, они крокодил кросс написано, совсем другие. А. Мы так Димку и смотрим, что там. Да ладно. Ну-ка, дай мне одну. Ну вот, все. Все, раздербанили. Только офигеть, удобно. Да. А у меня нет. Давай мне поломанные. Не-не, они не поломанные, они просто согнутые. А. Смотри, только в том, что крокодил, они такие же, только в одной коробочке. Одна такая же, также закрыта. Вау. Так, еще раз приятненького аппетита. Мы будем продолжать смотреть дальше. А это уже стрёмно. Когда пытаешься... Это приложение? А? Приложение скачал? Нет. Когда пытаешься вспомнить то, что сегодня должен был сделать, но забыл. На секунду я помню, что это. Давай, я просто хочу твою реакцию, когда ты вспомнишь это. Но, походу, это будет не скоро. Намекни. Чтобы это сделать, надо 2 приспособления. Назовем это так. Ну, я тебя подстриг. Не стрижка. А еще намеки есть? Это вот в радиусе, как я сейчас смотрю. Не сейчас как. Я вот ходила к этому уже несколько раз. Когда же с тобой разговаривала про это, говорила, что что-то мы забыли, я подошла специально. Зеркало помыть? Да. Пошли помоем. А ночью можно зеркало мыть? Конечно. Все, включай это. Мы как-то покупали в Ашане. Включай это. Или не в Ашане? Нет, это в ленте. А, я в ленте, да, я была в ленте. Это сорян, извиняюсь. Очень хорошее средство, вот. Да. Все, мы пошли мыть, и потом будем дальше смотреть Масленникова. Все, да? Да. Время 22:19. Мы тут садимся пить чай. Макне дает конфеты. Немного. Слезы. Слеза мужчины. Да, опять не фокусируется. Немного. Не хочет. Эй, слеза мужчины. Вот. Все, сфокусировалось. Вот у нас тут чаек, так что если вы пьете чаек, приятненького вам. Вот он. Вкусненький. Мы уже, кстати, посуду помыли только что. Макне там ковыряется в конфетах. Я как на кухне была сейчас как дракон. Вам сейчас покажу. Оп. Дракоша. Блум-блум, блум-блум. Тин-тин-тин-тин-тин. Кстати, надела сережки, чтобы ничего не зарастало, пока я не в маке. Ой. А, вот. Тут засунула. И тут. Ну вот это как стояло, но так и стоит со вчерашнего. Не меняла. Красота! Распатленная вся. Так, что тут еще? Пока орехи не хочу трогать. Не, пока... Карамель, москвичка. Москвичка. Так я говорю, так я думала, это не карамель, но типа батончик какой-то. А.
Обожаю маму на узлах. Сейчас мы тут понабираем конфеты и вернемся к вам. Все, мы выбрали конфетки. В итоге у нас по две карамельки, барбариски, по две ромашки, по две москвички и по две слезы мужчин. Слезы мужика. Вот. Макней довольный, подстрижен. Катюха там в ноуте. Да. А мы до сих пор смотрим Димку. Развлекаемся. Потом пойдем сразу спать. Ну как, не спать, а кусочки склеивать. И спать, потому что нам завтра вставать все равно. Надо приходить в режим, потому что мы вчера легли в 3, позавчера в 2 или во сколько-то. До этого поздно. В пол второго, да. Да. График съехал, как только мог. Да. Надо восстанавливать режим, поэтому сейчас мы пьем чай, досматриваем еще ролик один, этот и следующий, и все. Ну да, Макне. Уже 22:22. Снова в 12 ложится? Нормально. Ну как хочешь, давай. И это следующий. Я-то встану. Тебе к третьей паре. А мы завтра едем на щелевку с вами. Да. Щелевую лампочку. По офтальмологии смотреть, как работают специалисты. Ну, я так думаю, что там такое будет. Ожидание реальности. Да-да-да, и что будет на самом деле. В общем, вот такое вот у нас вечерочек. Вечер-вечерочек. Ну что? Но я это... А ты специально, между прочим, сейчас делала. Да. Вот его сволочь. Все, ладно. Досматриваем этот и следующий, и идем ложиться спать. Надо восстанавливать режим. Все, всем спокойной ночи, да, Макнешка? Желаешь спокойной ночи? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока-пока-пока-пока.